Сегодня погибли двое сотрудников МУП «Зеленстрой». ЧП произошло в микрорайоне Интернациональном. Рабочие приехали по заявке жильцов 46-го дома. Мужчины 40 и 47 лет на кране спиливали крону. Крупные части обычно без проблем спускают с помощью так называемой чалки. Но в этот раз трос оборвался. Как сообщает Следственный комитет, по предварительным данным, отпиленная часть ствола упала на люльку, где находились рабочие. После того, как они рухнули с высоты, спиленная часть дерева придавила их. Мужчины скончались на месте. Следком начал доследственную проверку, изучая документацию, касающуюся соблюдения техники безопасности при производстве работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.